Но власть – это не все, чем владеет Екатерина Мизулина. Гардеробчик за 27 миллионов рублей, жилье в центре Москвы за сотни миллионов, дорогие авто – все это открытым текстом говорит нам, что девушка за свои кляузы или еще за какие-то там заслуги действующей власти получает большие деньги. Ее мать Елена Мизулина как чиновница обязана декларировать доходы и активы. Правда, вот уже год специальным распоряжением Путина эти сведения скрыты от посторонних глаз. А у дочери вовсе такого обязательства нет и никогда не было. Из старых деклараций Елены Мизулиной мы знаем, что политика ее уровня зарабатывает около 6 миллионов рублей в год. А значит, шикарные наряды дочки куплены вовсе не за мамин счет. Вот это да! Похоже, строчить доносы и правда ужасно выгодно.